Ну что же, здравствуйте, дорогие товарищи. Играем Gunfire Reborn. Отдыхаем душой и телом. Эстетически наслаждаемся. И прочее, прочее, прочее. Впитываем духовную мудрость Востока. Итак, мечта Влада. Что-то связанное с некромантией. Ну, то есть это какой-то вампиризм. Да. Воспользуемся тем же героем, которым мы играли. Это вот эта вот красная пандочка. И почему? Потому что в прошлый раз у нее умения толком не работали. Потому что там были испытания на криты. И, собственно, все дополнительные скиллы, ну, не было от них толку. Только отвлекало. Ну, так что попробуем сейчас. О. Будем в подземных царствах существовать. Так, что у нас тут такое? Пу-пу-пу-пу-пу. Давайте вот эта вот интересная такая штука. Пускай привлекает. Ракеты, что-то как-то неинтересно. Вот, критический урон. Это интересно, кстати говоря. Давайте вот это вот дам. Это, о, кирпич. И вот это. Хорошо, хорошо, мне нравится. Это у нас особые снаряды, а это у нас большие снаряды. Это, да, большие. Нет, тоже особые снаряды. Но душа не просит кирпича на сегодняшний день, поэтому... Сокровищницы, хорошо. Почти всех. Кто там? Что за конь? Товарищи, я не очень понимаю, как бороться, потому что он, зараза, прет на тебя, как танк. Эх, так, что там у нас? Давай вот это вот. И урон от ожога. Давайте все-таки вот этот пулеметик снимем. Я возьму вот эту штуку. Ничего, неплохо так. Интересно. А это дает криты. Все равно не сильно. Быстро бегаем. Зато здоровье дофига. Тик. Тик. Давай вот так вот. Побежали, побежали.
Ауч. О. Хорошо. Так, что-то у нас критический урон, критический урон, критический урон. Пу-пу-пу-пу, даже интересно. Поехали. Уровень 2. Отвлекает. Красавчик. Ну, кто-то у нас... Супер. Так, 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 так. Это что у нас такое? Фигня, мне интересно. Фигня, не интересно. Нормально. Пошли, красавчик. Зеркало Синьпянь. Все? Потерять здоровье. Та-та-та-та-та-та. А еще можно? Не, нельзя. А, симпатично. Че даешь? Тоже неплохо. Прикольно. Так, окей, 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 окей. Ничего интересного. Но у нас что? Разоблачитель. Давайте сравним. Станет критически. Побежали.
темнеют. Ну, такой себе, конечно. Ну ладно. Так, 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 так. Плюс 4 ракеты. Пойдем. Все, больше никого нету. Какая-то имбовая девочка на самом деле. Все сам делаешь. Я как некромант. Ладно, давайте. Три раза. Это хорошее приобретение. Обычного врага критическим выстрелом. Даже интересно. Ладно, фигня какая-то. Пум-пум-пум-пум. А давайте возьмем. Будет даже... Ёкарно, боюсь, что не ту кнопку нажал. Да я молодец, конечно. Привык так, за-за-за-за. Все, разбираем, все убираем. Так. Хотел мечком побить, да? Чего у нас такое? О, винтовочка. Пронзатель. Но нет. Ну, конечно, красивая.
Денег дофига. Если бы еще урон за это дополнительно был. Свиток. Это было бы, конечно, веселее. Ай. Ай, больно. Испытание какое-то легкое, по крайней мере, с этим персонажем. Так, что там у нас? Так, 40 критический урон. Я согласна. Мочи всех, кто плохо стоит. О, интересно. Давай так делаем. Это было интересно. Да ничего нету, ну. Пойдем, значит. Кто там у нас сегодня? О! Этого быстро завалим. Неплохо. Сказал, надо брать. Так, что есть еще? Хорошо, мне нравится. Ну, расскажи, что тут можно. Вообще. Пускай будет равноценная. Пам-пам-пам-пам-пам-пам. Здравствуй, дорогой. Кто бы ты там ни был. Да. Что-то какое-то, блин. Испытания перестали быть испытаниями. А, патронов нет, нифига. Отличный план. А, да. О, супер. Не успел, да? Ну что, спасибо, дорогие товарищи, что смотрели. Лайки, подписки и прочие штуки. Заходите в описание, там ссылки на Discord сервера, Homeworld Russian Fleet и кооператив Дружба. По пятницам у нас общие сессии. Так что увидимся скоро. И, в общем-то, на этом все. Увидимся в этой или в другой игре. А на сегодня пока-пока.